показала свою готовность к зимнему содержанию территории и Люберецкая управляющая компания. В зоне ее ответственности два микрорайона. Перед началом первых снегопадов организация устроила смотр техники и инвентаря. 26 детских площадок, 23 спортивных и 58 жилых домов. За чистоту и порядок в городках А и Б отвечает Люберецкая управляющая компания. Для того, чтобы справиться с зимними задачами, организация запаслась целым арсеналом техники. Имеем так, мелкие механизированные техники, более 10 единиц. Вот крупная механизированная техника в виде тракторов, у нас 8 единиц техники для уборки дворовых территорий, их у нас 35. Не только техникой, но и сотрудниками укомплектована Люберецкая управляющая компания. В уборке дворов и общественных пространств задействовано более 60 человек. С точки зрения обращения жителей и контроля жителей за территорией, гарнизон у нас в городском округе стоит на первом месте. Мы как бы хотим понять, что у нас есть к зиме, насколько мы готовы, потому что снег же выпадет обязательно. Гололед, сосульки с крыши. И с этим мы должны как-то справиться. Управляющую компанию признали готовой к зиме. Теперь главная задача коммунальщиков – справиться с любыми капризами погоды. Луиза Егазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.